Продолжается эпопея с сонатой. Сделал крышу. Вот теперь дефект. Где-то, конечно, крючки есть. Типа вот как вот он. Ну ничего не этого. Здесь вот оно, это место. Как бы не доделано еще. Кое-где вот. Все, как говорится, сейчас буду возьму карандашик и почаю, и еще раз пройдусь. Ну а в общем и целом, уже, конечно, по сравнению с тем, что было, тут, конечно же, все уже более-менее в порядке. Это уже придирки, как говорится, придирки специалиста. А так, конечно, можно спокойно собирать и кататься. Особо не видно будет на улице там каких-то нюансов, тем более цвет белый. Тем не менее, маркуш надо держать. Вот и поэтому надо лишний раз пройтись, просмотреть и править все, что надо. Что же, вот мы и на финишной прямой. Уже работа идет не с вмятинами, а с маленькими недоделками. Вот опять же уже пробойник жесткий, самый, который есть. И вот такие вещи. Не знаю, что хочет автофокус настраиваться или нет. Да, захотел. Вот. На кое остались, их надо подзабить. Там где-то еще что-то. Вот так вот просеиваем, вот, чтобы все было ровно. Вот то же самое. Дефекты. Это дефекты уже как бы сравнимые с шагренью, ну, со структурой нанесения. Где-то вот даже это заводские вот моменты. Вот тоже кратерок. Вот это вот, что мы видим там с полоской. Это все вот. А вот как бы там вот этот вот момент, вот который по центру. Это, как говорится, моя работа. Так что, в принципе, уже сопоставить тем, что тут чуть-чуть вот додавить эту вмятинку. И все. А рядом вот мы видим бугорки и вмятины, это вот тут ничего не делалось. Так что, в принципе, уже работа, можно сказать, сделана очень хорошо. Ну и таких мест тут десятка-полтора будет. Вот тоже надо немножечко вот. Такая мелочевка. В принципе, уже как бы удалось. Я имею в виду крышу и два капота. А надо просто надо. Доделать так называемую, как люди говорят, вот край элемента. Тоже здесь надо вот этот два пупырика, это вот, а вот здесь в центре вот пупырь где, тут надо еще поднять, тут я ковырял. Вот, в принципе, для белой машины можно было бы, как говорится, плюнуть и сказать, как было. И никто бы, как говорится, никаких претензий тут предъявлять трудно, потому что это практически не увидишь это все. Вот. Но тем не менее, я доделаю то, что могу. Как говорится, делайте хорошо, плохо само получится. Так что продаем. Ковыряндиться потихоньку. Вот я и отметки, где надо обратить внимание и подаккуратить. Вот, и я, следуя своим отметкам, иду по ним и подправляю то, что не доделано. Вот. А так, в принципе, уже это, как говорится,
я уже предвзято отношусь к тому, что я сделал. Как бы хочется сделать получше. Вот и все. Так, я еще раз повторюсь. Тем более на улице, в яркую солнечную погоду, как сейчас там у нас на улице жарюка. Опять яркое солнце. Машина с таким интересным цветом, с металликом. Вот. Типа Арктики, как цвет на Камри. С перламутром. Вот. Ничего тут не увидишь. Все будет бликовать. И все тут, как бы скрываться. Ладно, поехали. Говорить хорошо, надо дело делать. Детвора шашлык жарит. Запах тут на всю. Ладно, надо перекур сделать. Работать не можно от запаха. Можно слюнями захлебнуться. Вот как работать? Пришел в вечернюю смену поработать. Тут маленькие, так сказать, нюансики поподправить. Ну и что? Опять шашлыка запахи, блин. Дышать нечем уже от них. 2 часа назад тут. Вот тут молодняк. И теперь вот шашлыки. И вот идет. И еще дальше вот там. Тоже жарят. Можно подавиться слюнями. Блин. Прикольно так. Закат красный. Там народ музыку играет. Вот тоже шашлычки жарят. А, запах, жалко, камера не передает. Обалденно. Но, увы, нам надо работать. Вот после этого всего приходится все равно работать. Вот сейчас зажгу. Вот так потихоньку просеиваем все подряд. Один надо. Мельчайшие поправочки сделать. Ну, уже как бы уже таких мест несколько по пальцам посчитать. Ну что же, по крыше уже фото закончено. Вот, все, что надо, я там пару раз прошел вдоль, поперек. Вот, теперь следующим номером программы будет у нас вот эта вот стойка, крыша. Где-то на дверях тут есть коцки, я видел. Крыло. Вот, ну и так далее. Вот, буду фехтовать, смотреть, где вмятинки, где не вмятинки. Что где можно, что где нельзя. Вот такие вещи, как молды, они не делаются, к сожалению. Вот. А хотелось бы. Вот. Но я пару раз пробовал на тех, которые под выкидку. Ничего путнего из этого не получилось. Вот. Даже снял молдинг, пытался там пробойником с обратной стороны все это выстучать. Ерунда полная, скажу вам. Вот. Только новые. Нужно будет ставить. Ну вот начнем с этого крыла. Для этого приходится снимать фонарик. Он тут регулярно ставится. Вот так вот здесь. Ну, вот он на фонарике. Вот такой кусочек становится. И 4 болтушочка гаечки. Все просто. Ну что, начнем с крыла.